Мы оцениваем наши отношения с Азербайджаном как динамично развивающийся. Азербайджан наш партнер не только в политическом, не в политической сфере, и в экономической, и в других. У нас развивается очень активный диалог на всех уровнях, от высшего уровня министров иностранных дел до гуманитарных связей. Поэтому здесь можно только сказать, что надеемся на то, что этот уровень отношений, он сохранится и что он будет развиваться. Что касается Нагорно-Карабахской ситуации, то, как вы знаете, Россия активным образом вовлечена в процесс урегулирования, и мы являемся очень ответственными, так сказать, участниками этого мирного процесса, и поэтому исходим из того, что будем делать все необходимое для того, чтобы развязка этой ситуации, приближать ее как можно быстрее и скорее.